20-й по счету турнир, юбилейный, можно сказать. Какие трудности и кто помогает, и как вы считаете, почему помогают? Трудностей на самом деле никаких нету, и слава Господу, и коллективу в первую очередь. Хотелось бы поблагодарить Марину Сергеевну Толстику и Дмитрия Николаевича. Петренко, которые на самом деле провели этот турнир, затем всем приглашенным и почетным гостям, ребятам, которые на самом деле и душой, и морально, и физически полностью вкладываются в этот турнир. Поэтому никаких преград, по сути, не было. Все прошло очень хорошо. Ну, наш турнир на сегодняшний день является больше коммерческим, интересным проектом. Почему? Потому что на этом турнире мы делаем определенные интересные денежные призы, которые молодежь или в данном случае юноши мотивируют занятию спортом. А в дальнейшем мы надеемся, то, что к этому мы добавим и определенный престиж турнира, для того, чтобы был определенный уровень и люди могли дальше шагать как по ступенькам, то есть добиваться определенных успехов в спорте. Я думаю, то, что в следующем году и количество участников, и количество республик увеличится, и я думаю, мы, в принципе, огласим его как международный. Цель – совершенствоваться и на самом деле помогать молодежи, помогать юношам, помогать своей земле. И мне, конечно, хочется, чтобы мой Кинерский район, Самарская губерния, этот турнир, и чтобы это было звучно, звучало, и люди стремились к нам ехать. И получали наслаждение от схваток, от поединков, просто от присутствия, от общения.